Дипломантом конкурса 100 лучших товаров России за производство теплицы арочного типа с сотовым поликарбонатом стала пермская компания «Ариком». Производством теплиц предприятие занимается уже 11 лет, имеет множество наград, но в число 100 лучших товаров России входит впервые. Хотелось бы выразить слова благодарности организаторам за оказанную честь быть приглашенным на данную церемонию. Мы очень рады, что наш товар стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». И хотим уверить, что и дальше мы будем стремиться производить и продавать только лучшие материалы, качественные, и радовать наших сограждан. Современные теплицы легкие, яркие, оборудованы технологиями, накапливающими тепло. Компания «Ариком» производит теплицы, которые являются ноу-хау этого пермского предприятия. Изготовлены из квадратной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием. Имеет две двери, две форточки. Позволяет возможность с одной стороны зайти, с другой выйти. Толщина трубы стенки 1,5 мм. Сама труба размер 20 на 20, сечение получается 1,5. Основание у теплицы имеет трубу 20 на 30. В комплекте идет подробная инструкция по сборке. Вся фурнитура, отверстия все для крепления, для сборки и крепления поликарбоната уже присутствуют. За 2-3 часа такую теплицу смогут собрать 2 человека, самостоятельно вооруженные шуруповертом и гаечным ключом. Нужно только соединить и затянуть все элементы конструкции. Теплица «Ариком» выпускается в 2 вариантах. Это шаг дуги через метр и усиленный каркас. Это шаг дуги через 0,67 сантиметра. Чем чаще шаг, тем она крепче. Уже на зимний период люди не переживают. А когда шаг дуги через метр, то есть мы рекомендуем на зимний период поставить подпорки под центральной оси. Компания «Ариком» очень ответственно подходит к выбору покрытия для своих теплиц. Поликарбонат бывает разного качества и разной толщины. Рекомендуется использовать сотовый поликарбонат толщиной не менее 4 мм с защитным слоем от ультрафиолета. Качественный сотовый поликарбонат задерживает жесткий ультрафиолет, а также притягивает и удерживает тепло, рассеивает солнечные лучи. Растения в теплице получают только полезную энергию и не сгорают. Сотовый поликарбонат – это и чистый такой материал, то есть долговечный, он не горючий. Во-первых, то есть он не выделяет никаких веществ в окружающую атмосферу. Поликарбонат для покрытия теплицы может быть бесцветным, а лучше желтым или красным. Яркие цвета привлекают солнечное тепло и усиливают рост посадок. Диплом конкурса «100 лучших товаров России», который получили теплицы «Ариком», это современный знак качества товара. Пермские производители товаров для садоводов говорят, это награда. Не только почет, но она еще и стимул для развития производства новой и интересной потребителю продукции.